Всем доброе утро, мои дорогие. Я нахожусь в Батуми с батумской собачкой. Вот наша набережная. Вы что думали? Я не брошу мою спортивную жизнь. Вот такая здесь набережная. Вот такие малюсенькие пальмочки еще, которые скоро вырастут. Вот как изменился Батуми 2 года назад. Это было в процессе стройки. А сейчас смотрите, сколько этажный дом. Даже считать сложно. Вот как началось у меня утро понедельника. Сегодня у меня очень важный день. Я иду в Министерство юстиции узнавать, как решить мою проблему с моей кумой. Проснулась я 6:30. Легла я вчера в 10, наверное. Была никакая уже, за целый день не отдохнула, ничего. Вся в детях, детях, детях. Но сегодня они пойдут в школу, станет легче чуть-чуть. И даже я вот еще и не проснулась, спала бы и спала, так как ночью я бы лежала с внучечками своими. И вот, мои дорогие, на набережной не так уж много людей, как в Турции в это время. Но посмотрим, что там дальше, интересно. А я пошла, мои хорошие. Я дошла до лимана. И это Батумский лиман, яхточки, прогулочные катера, замечательно все, смотрите, чертово колесо, конец бульвара, такая счастливая, даже не верю, как во сне, если не это долгий путь страшный, я потом расскажу как-нибудь, как я ехала, с границы, это мое препятствие, которое меня 2 года держало. Не знаю, как это у меня будет все потом, с детьми опять ехать и возвращаться, но надеюсь на Вселенную. Вселенная мне так помогала. Особенно техника, наиболее благоприятный результат. Что подумала, то и делала. Спасибо, Вселенная. Вот, я побежала уже назад возвращаться, потому что время идет, и я еще хочу посмотреть, что там нового в другой стороне. Но на бульваре, сейчас переверну камеру. На бульваре никаких изменений нет. Конечно, очень много новых новостроек я увидела, но на бульваре я ничего не увидела нового. Все как есть. Конечно, только увидела то, что сырость такая, эта красота такая, не турецкая, а грузинская уже. Смотрите, какие красивые делают подарочные сувенирчики. Яйца Фаберже, 70 лари. 70 лари, вы знаете, сколько это стоит? Я вчера разменяла 100 долларов, фрукты купила, 2 кило, наверное, на 37. 37 это 400 лир. 2 кило фруктов я купила, друзья. Вы понимаете, черешня 18 лир. 18 лари, простите. 18 лари это... 18 лари это, смотрите, 100 лир, 12 лари, значит, и половину, 150 лир. 150 лир стоит клубника, ой, черешня, 85 стоит клубника. Такие цены, охренеть! Ну, в итоге, я купила вчера килограмм черешни, хотя по 10 лари было, и абрикосы, и нектар ваша тама, и персики, и это все у меня обошлось 37 лари. Но просто так, тьфу, и все. По сравнению с нашими ценами, вот я ценю свою Турцию, где за копейки можно купить фрукты, да, жизнь дорогая. И это не все, я не знаю, как здесь люди живут, но они-то получают лари. Или почему-то лира так бесценна здесь. Но это не важно. Но я в этот раз думаю так, держать себе никакие рестораны, никакие ничего, другие цели. И все. Можно там погулять, встретиться. Вот. Видите, как у нас красиво. Достопримечательность. Это башня Алфавит. Алфавит, как у нас сейчас, NFT Алфавит. Продает эта башня Алфавит. И вот, мои дорогие, здесь клубы ночные, диско, будем с Ашкевом ходить на диско.
Турции таких дисков нету. Ну, есть, но мы их не видели, наверное. Будильник прозвенел 20 минут восьмого. 20 минут восьмого – это по Грузии. А по-турецки, по-нашему, 20 минут седьмого. Как я рано встала сегодня. Да, молодец, Светлана. 20 минут шестого я встала, так получается. Потому что 20 минут седьмого будильник. Ого-го, поэтому так трудно. Спала я замечательно, видите, какие красивые. А летом вообще здесь будет такая красота. Дай бог, чтобы пришло солнышко. Знаете, как у нас красиво здесь. Мой любимый Батуми, как я люблю тебя. И меня хотят лишить гражданства Грузии. Сердце обрывается кровью. Ой, простите, расплакалась. Как можно меня лишить моей родины, где я родилась, где я выросла? За что? Спрашивается, ультиматум ставят. Или то, или это. Как можно? Как можно? Я даже не представляю, что я буду приезжать сюда по визе какой-то. Я уверена, что все у меня получится. Все будет хорошо. Я не буду плакать. Я люблю тебя, Батум. Я люблю тебя, Грузия. Обожаю. Как я могла не показать вам наше Черное море с утра? Уже какая красота. Я помню, я купалась в это время. Помните, я рассказывала о моем моржевании. Вот видите, какая разница между черным и белым. Вот наше море прямо голубизной какой-то отдает. А это, видите, серость такой, черностью. И разница еще и в проценте солености. Средиземное очень соленое. И оно выталкивает людей. Мне кажется, там невозможно утонуть. А черное, оно наоборот, забирает все. Поэтому нужно быть аккуратно, особенно когда здесь такие волны огромные аж сюда идут. Вот в каком красивом месте я живу, в самом центре. Мои дорогие зрители. Покажу вам Батуми. Любимый Батуми. Простите меня за то, что я пропала, но мне не было времени. Вот видите, какой у нас колорит. И старые дома, и новые. Когда-то это было супер-пупер дома, а сейчас еще лучше и лучше строят. Орби, конечно, там красивее. Я вам потом покажу, когда попаду в Министерство юстиции. Покажу вам все вокруг. Но пляж пока еще спит. Почему? Потому что у нас погода не наступила. Но скоро, вот я чувствую уже, солнышко пробивается. Все, мои хорошие, я побежала домой, мне нужно в юстицию. Вот такие высокие дома в Батуми. Где вот моя Лёночка? Вот таких, я бы 100 лет не хотела пожить. Как грибы растут. Друзья мои, я нахожусь в Министерстве юстиции, я все дела сделала, да. В порядке все у меня, подробности потом вам сообщу попозже. После проделанной работы мы с Нончиком, моей кумой, решили перекусить и потом продолжать дела. Смотрите, в каком красивом месте я нахожусь, итальянский ресторан. Как чувствую себя туристка. Видите, тут все иностранцы. Так что, мои дорогие, смотрите. Такой кафетерий. Сейчас покажу. Это мне надо настроить. Настройки, подключение. Это домашний лимонад, да? Да. Вкусно. Будем ждать макароны. 4 сыра здесь, Нона? Интересно так. Приятного аппетита нам. Батумский колорит. Такие красивые булочки здесь. Я так соскучилась по Батуми, что решила погулять сегодня. Вот такие улочки, мои родные. Цены здесь, конечно, на обувь, друзья, в несколько раз дороже, чем в Турции. Смотрим мы так.
Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.